Работа в США, Amazon Flex. Как не работать и заработать деньги? Досмотри до конца, сейчас расскажу. Так как американцы очень часто делают покупки онлайн, то в США очень популярный сайт Amazon, где можно заказать что угодно. Если у вас есть машина и американские права, то вы можете работать на Amazon Flex с доставкой, развозить посылки. Регистрируйтесь, потом берете блок. Обычно цена $18.5 в час. Блоки есть от 3 до 5 часов. Работать можно даже с 3:30 утра и иногда очень много миль можно проехать. Приезжаете, сканируете права, забираете, на выходе все проверяют и теперь нужно доставить за определенное время. Заметила, очень много девушек работает, правда посылки попадаются разные, от 200 грамм до 20 килограмм. Желательно, чтобы машина была экономичная, но приезжают на разных и дорогих тоже. А иногда вы приезжаете, ждете забрать блок, а вам приходит смс, что на сегодня посылок нет и вам все равно платят деньги. Ну как вам такая работа?